Доброе утро. Мороз чутка сошел с ума. Чутка сошел с ума. Короче, моя камера будет только 16-го в нашем магазине. Короче, мне еще 2 недели терпись. В каком магазине? Ну, в нашем. В каком? В Кемеровском. Б. Какую-то камеру. Сейчас. Я забыла, как она называется. Камеру ты хочешь за 400 тысяч? Нет, конечно. Это дорого. Сейчас мыть? Да. Могу. Тыдымс. 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 Нет, только не на телефон. Только не на телефон. О! Стоп. Ну, загрелась. Я не хочу. Я спокойно погуляю и зайду. А не буду, как ты. Мне бабушка так же, как тебе. Да, вот так вот. На улице так круто. Чего? На улице так круто. Не знаю, как хочешь, так и слази. Реально, на улице так обалденно. Отстань! Отстань! Нет! Отстань! Я смогу. Не могу. Нет, нет! Нет! Отстой, не пишу тебе сейчас. Ну и пожалуйста. Крепись. Жесть! 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 Это ужас. Отстань. Дай, давай в кресло. Делай. Я не хочу. У меня уже все ноги, блин, мокрые. Вот это не ходили еще. Да. Я к нему... Ай! Я к нему каждый день хожу. Я к нему уже сходила. Ну, молодец. Сейчас уже... Сейчас бы главное, чтобы телефон не грохнулся. Здорово. Сюда иди. Сидеть. Молодец. Выращи. Нет, стой. Иди сюда. Ненормально, блин. Вообще. Прыжок. Давай еще разок. И еще разок. Не, прямо чтобы он вот как вот прыгал. Да, он типа видит, Арина. Ой. Отстань! Это не твоя палочка. Это моя палочка. Кстати, у меня крутая перчатка. Зацените, от Коко Шанель. Красоточек. Меня видно, Ариш, да? Ну вот, теперь буду сюда. Ай! На палку снимать. Главное теперь всегда подкручивать. А то моему телефону трындец. Так, короче. Я тоже с ним так каждый день играю, блин, он там с ума сходит. Так, иди, босс, сидеть, сидеть, босс, да.
Да, ну нафиг, да? Да, правда. Ух ты! Её прям ноги подкосило. Вот. Бося, иди сюда. Красавчик. Сидеть. Босс. Сидеть. Сейчас какое-то странное, если честно, был этот. У меня режим... Ай. Блин. Режим съемки какой-то HD. Я вообще в этом не разбираюсь. И он как-то очень странно снимал. Нет, отстань. Я с тобой не хочу играть. Я с тобой уже 3 дня играю, ты мне ничего не говори. О! Халк крушить, ломать, побеждать. Халк разбушевался. Ломать, побеждать. Да. Блин, ну это реально так хорошо просто, знаешь, выходить хотя бы 20 минут. Ай, холодно на улице. Не-не. Холоднее, чем вчера. Нет, сейчас плюс вообще. Да, вчера было минус 6. Ну да, а да, сегодня да. Плюс. Я сейчас зайду специально для тебя в погоду. Пошли ближе к дому, там Wi-Fi. У меня 3G не работает. У меня... Арин, все равно это интернет. Поэтому смысла нет. Теперь ты закрываешь, а не я. Да потому что у тебя такие, а у меня ткани. Сидеть, босс. Давай, сейчас тебе покажу. Их, сложно. Халк, крушить, ломать, побеждать. Халк, крушить, ломать. Побеждать. Халк разбушевался. Халк, отстань. Ломать, побеждать. Халк, решить, ломать. Отстань, Иришка, серьезно. Пойдем клубничку посмотрим. А, ну да, конечно, пошли клубнику посмотрим. А у вас вскоре продаются эти клубника свежая? Арин, мы живем с тобой в одном районе. Я в курсе. У вас продаются? Мы не покупаем замороженную. Мы тоже. Замороженную? Да. А у нас свежие. Где? Ярче. В чем? Где все фрукты? В такой палке. Не в пакетике, а в такой. Замороженная. Арин, где в декабре ты найдешь клубнику? Да там они, где вот все фрукты, знаешь? Да, Арин, ее просто размораживают. Она водянистая, блин. Лучше лето дождаться и кушать так. А мы так все, зато... мне стало холодно. А мы вишни покупали. Ну, вишни вообще... Вишня вкусная, кстати. Не, вишня вообще. Вишня вкусная. Блин, я готова ехать в Москву за голубикой. У нас то, что голубика не продается. Если даже и продается, то она заморожена. Я готова ехать в Москву за голубикой. Да. Сколько ты там купишь? 5 ягодок и уедешь обратно? Нет, 5 кг куплю и обратно уеду. И ни с кем не поделюсь. Может, 200 кг? Да. О, как хорошо, когда есть перчатки. Конечно, удобно. Конечно. Короче, что происходит? Сейчас, подожди. Здравствуйте. Ну. Да. Вот, я приболела. Я везде хожу, у меня насморк вообще жестокий. Вот. Мы завтра едем в кино на «Ёлки 5». Вообще, мы должны были ехать в кино. Вообще, сейчас скажу, в какую субботу. 24 числа, но была очень плохая погода, точнее, было очень холодно, и нам просто несколько... 30 градусов было. Около 35, mm-hmm. Вот. А потом мы перенесли все на понедельник, точнее, на вторник, и мы увидели, и приходим в школу, 26-го... Аришня, встай, пожалуйста, ноги. А 26-го у нас должен быть праздник, а 27-го мы должны были идти уже... в кино, но получилось так, то что 26-го был день траура, поэтому мы не смогли пойти, и поэтому нас все перенесли на 27-е, и из-за этого все у нас, короче, сдвинулось.
А потом в среду Варя тупо сходила в школу и поехала в деревню. Короче, все сорвалось, но наконец-то мы с семьей, понимаете, в новом году едем. Едем на елки. Вот, ну. Мы планировали в прошлом году, но. Ау, что, пап? Что, пап? Иду. Заново сейчас снимаю. Короче, ребят, в общем, все, спокойной ночи, до завтра, я что-то вообще задержалась. В общем, до завтра, завтра будет крутой влог, всем пока-пока.